в эфире информационный канал «Город», в студии Ксения Зиновьева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Коронавирус не один. В Кировской области выросло количество заболевших ОРВИ. Снежные разборки. В Кирове начали прибирать парки и мемориальные зоны. Чем лечиться? В кировских аптеках не хватает лекарств от коронавируса. Загадки жителей замка в драматическом театре. Премьера детективного спектакля. Мандаринка на удачу. В рубрике «Пристроили вместе» сегодня очень редкая кошка. Коронавирус не один. В Кировской области выросло количество заболевших ОРВИ. На сегодняшний день эпидпорог в регионе превышен уже на 30%. Это значит, что помимо серьезных цифр по ковиду, кировчане чаще стали болеть и обычным ОРВИ. В Роспотребнадзоре говорят, что в первую очередь речь идет о школьниках. Заболевших среди детей становится больше с каждой неделей. После октябрьских каникул число случаев ОРВИ выросло в 1,5 раза. Из-за сезонных простуд Роспотребнадзор рекомендовал чиновникам вывести детей на дистанционное обучение. Известно, что пока сделали это только в 18-й школе. Там планируют вернуть детей в классы в начале декабря. Сложной остается ситуация среди взрослого населения. В общей сложности на сегодняшний день ОРВИ болеет почти 10 тысяч кировчан. Есть понимание у взрослых людей, что если своевременно не обратиться за медицинской помощью, то здесь можно пропустить коронавирусную инфекцию. Вот эта обращаемость более активная, она и становится причиной того, что мы регистрируем больше случаев заболеваний. Что касается гриппа, пока в этом сезоне не было зарегистрированных случаев. Роспотребнадзор ожидает, что он придет в Кировскую область только в январе. Тогда в воздухе будут циркулировать и острые респираторные заболевания, и коронавирус, и еще и грипп. Мобильный анализ и результат теста на коронавирус теперь можно узнать на сайте госуслуг. О новом сервисе сообщило федеральное правительство. Отныне жители страны, в том числе и кировчане, зарегистрированные на едином портале госуслуг, смогут получать уведомления о готовности мазка на COVID-19. Результаты тестов будут загружаться в личный кабинет. Узнать о положительном или отрицательном тесте можно будет в течение часа после того, как анализ будет готов. Новая услуга позволит хранить справки о коронавирусе с помощью мобильного приложения. Ее можно будет предъявить, например, работодателю после выписки. Число новых заболевших снова высокое. Ковид в регионе подтвердился у 239 кировчан. Из-за болезни скончался еще один человек. В инфекционных госпиталях свободными остаются 800 коек. Киров просит Москву помочь с троллейбусами. Никита Белых передумал выходить из тюрьмы раньше срока, и город нашел деньги на новые окна в школах и садах. Подробности далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Кировский перевозчик хочет бесплатно получить троллейбусы из Москвы. Движение рогатых там закрыли и теперь передают машины регионам. Причем денег за это у городов не просят. Гендиректор АТП Денис Пырлок направил 2 письма в городадминистрацию с просьбой помочь в получении машин из столицы. Адвокаты Никиты Белых отозвали ходатайство о смягчении наказания. Его должны были рассматривать в Рязанском суде сегодня. Но накануне стало известно, что адвокаты пока отозвали документ. Объясняют, что причиной стали юридические вопросы, над которыми защита хочет подумать. При этом адвокаты уточнили, что могут подать аналогичное ходатайство позже. На замену окон в городских школах и садах выделили 44 миллиона рублей. Менять их будут в следующем году. В список попали больше сотни учреждений образования. Выделенная сумма оказалась на 6 миллионов меньше, чем было потрачено в 2020-м. В парке имени Кирова вырубят деревья. Работы будут проводить в рамках большой реконструкции парка. Уберут аварийные деревья, а также американские клены, которые мешают другим растениям. Ивы у пруда, являющиеся визитной карточкой парка, обещают сохранить. Взамен вырубленных посадят новые деревья и кустарники. Снежные разборки в Кирове начали чистить от снега парки и мемориальные зоны. Будут ли непроходимыми сугробы в популярных местах для прогулок, теперь зависит от теруправления. Раньше этим занимались дорожники, которых, видимо, решили не нагружать дополнительной работой. Сегодня подрядчики продемонстрировали, как должно быть убрано на набережной Грина.
Мини-тракторов и нескольких дворников с лопатами хватило, чтобы прибрать территорию вечного огня. Когда снегопады усилятся, вывести на приборку обещают дополнительные силы. Сегодня подрядчики почистили от снега верхнюю и нижнюю набережные. В этом году за ними закреплены все парки и скверы в Первомайском районе. Контролировать работу подрядчика ежедневно должны городские чиновники. Обещают, что будут оперативно реагировать на жалобы кировчан. В принципе, у нас подрядчик, если что-то не хватает, то он оперативно там меняется. Понятно, что техника иногда выходит из строя. Есть, конечно, недочеты, но мы их сразу в ручном режиме отрабатываем. Будут ли подрядчики чистить снег так же хорошо, как на телекамеры, покажут грядущие снегопады. Пока их было не так много. Впрочем, и этого снега хватило, чтобы показать, что дорожники, которые сейчас занимаются только проезжей частью и тротуарами, справились не очень. Многие второстепенные улицы, лестницы и пешеходные зоны в среду были почищены плохо. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем наш выпуск. Чем лечиться в кировских аптеках? Не хватает лекарств от коронавируса. Активисты Общероссийского народного фронта продолжают следить за дефицитом препаратов. Они уже успели проверить около сотни аптек Кировской области, а результаты не очень ободряющие. Некоторые фармацевты, чтобы скрыть недостаток медикаментов, идут на хитрости. Если в наличии препараты, содержащие вещество, которое называется фавипиравир. Можно посмотреть? Просто некоторые говорят, что есть, а на самом деле не знаю. Спасибо большое. Эта аптека одна из немногих, где лекарства действительно есть в наличии. При проверке активистов ОНФ некоторые фармацевты пытались скрыть отсутствие препаратов. Впрочем, когда в аптеку заходит реальный покупатель, такой способ вряд ли сработает. В первую очередь дефицит касается лекарств от коронавируса. Это противовирусные препараты и антибиотики, на которые сейчас повышенный спрос. В большинстве аптек этих лекарств просто нет на полках. Причем и в частных, и в государственных аптеках. По словам самих фармацевтов, в дефиците медикаментов виноват не только высокий спрос, но и отсутствие лекарств у поставщиков. Активисты ОНФ собираются продолжить рейды по аптекам. Потом вся информация будет передана в федеральное правительство. Загадки жителей замка. В драматическом театре готовятся к премьере «Детектив. Тайна замка Рейвенскрофт». Показать зрителям что-то детективное в театре хотели уже давно. Режиссер Захар Пантелеев прорабатывал эту пьесу с прошлого года. Актеры, чтобы прочувствовать свои образы, прошли необычные перевоплощения. Зрители ждет представление, полное интриг и мистики. На сцене генеральный прогон спектакля. До премьеры осталось несколько дней. Актеры репетируют в костюмах, на тех сценарии почти никто не смотрит. Спектакль поставлен по пьесе современного американского драматурга Дона Нигра. Читателям известен он не очень широко, однако в театральной среде его знают многие. Он автор более 400 пьес, которые идут в театрах по всему миру, в том числе и в России. В конце прошлого сезона режиссер Захар Пантелеев и художественный руководитель Евгений Ланцов решили выбрать детектив. Посчитали, что зрителям не хватает интриги, да и остросюжетных спектаклей давно не было в репертуаре драматического театра. Их выбор остановился на пьесе «Рейвенскрофт» из цикла произведений про инспектора Раффинга. «Папочка тоже меня любил, но иногда случалось очень странным. Он был таким необычным». «Лилиан, что ты хочешь этим сказать?» «Ничего она не хочет этим сказать». «Нет, хочет». Инспектор Раффинг – главный персонаж. По сюжету ему предстоит расследовать смерть в загадочном замке семьи Рейвенскрофт. Замок населяют 5 дам, у всех жительниц свои истории и свои тайны. Своими выдумками они пытаются запутать инспектора, было ли это убийство или несчастный случай. Порой спектакль идет по мути мистики и сюрреализма. Появляется привидение, а инспектор не может совладать со своим воспаленным сознанием. Представлять себя на его месте зритель вряд ли захочет. Как считает режиссер, роль инспектора в этом спектакле для него была бы самой сложной. «Если мы берем женские персонажи, которые делают различные образы и максимально далеко отходят, вроде бы это должно быть сложнее. Но нет, сложнее как раз и эта роль, которая вроде бы нужно быть максимально настоящим, максимально реалистичным. Вот это почему-то сложнее всего оказалось». Женских персонажей 5, у каждой свой непохожий на других образ. Чтобы это получилось, актрисы искали образы среди животных, обращались к живописи и заглядывали внутрь себя. Кроме этого, выразить своего персонажа им помогали костюмеры. Через наряды отражены характеры и даже судьбы героев. Не просто погрузиться в персонажа было Светлане Лаптевой. Она играет молодую девушку со сложной судьбой, сироту Долли. «Она, да, она эмоционально тяжелая, физически тяжелая. Очень интересно было придумывать сам образ,
походку, манеру поведения, манеру разговора. А когда еще вот добавился товарищ. Помимо интересных вызовов с перевоплощениями актеров, спектакль столкнулся со сложностями организационными. Во время подготовки спектакля драматический театр выходил на карантин. На несколько недель репетиции прервались, процесс подготовки пришлось начинать чуть ли не заново. Тем не менее, все получилось, театр готов к премьере. Зрителей будут ждать уже известные меры предосторожности. Измерение температуры на входе, масочный режим и рассадка по группам. Готическая мистика и загадки человеческого разума. Зрителей ждет путешествие в тайны замка Рейвенскрофт уже скоро. Премьера 28 ноября. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Подарите себе на Новый год мандаринку. Именно так зовут нашу новую героиню рубрики «Пристроим вместе». Кошка действительно очень похожа на мандаринку. Кстати, рыжие кошки-девочки встречаются в природе редко. Это значит, что в свой новый дом котенок может принести не только радость, но и удачу. А она в новом году нам точно пригодится. Говорят, до самого главного праздника в году осталось совсем немного. А у вас все еще нет новогоднего настроения? Непорядок. Ловите от нас 100% способ это исправить. Просто познакомьтесь с нашей сегодняшней волшебно-новогодней героиней. Это у нас тут замечательная рыжая кошечка, наш лучик солнышко мандаринка. Кошка очень активная, очень ласковая, добрая, веселая. К тому же особенная кошка, потому что, наверное, многие слышали, что рыжих кошек-девочек обычно не встретишь. Это большая-большая редкость. И вот мандаринка – одна из этих редких кошек. У нее еще какой-то очень интересный хвостик. Да. Она у нас модница, она себе выбрала вот такой черненький хвостик с рыже-белым кончиком, словно от другой кошечки. Для мандаринки идеальная семья. Как вы думаете, какая? Это может быть семья с детьми, с другими животными, потому что она идеально вписалась в наш кота-коллектив, сразу со всеми подружилась, спит вместе с нашими котиками другими. То есть кошка очень социальная, очень общительная, со всеми прекрасно ладит, и с детьми, и с другими кошками. Мандаринка у нас полностью здоровая кошечка, ей примерно 4-5 лет, она кушает сухой корм премиум-класса, у нее все прекрасно с лоточком. Кошка очень игривая, очень ласковая. Вот можете заметить, она очень любит подставлять животик. Но эта ловушка, она сразу делает капкан. Но все равно очень любит, когда ее гладят, когда с ней играют. Вот с лазерной указкой любит играть. Ее забрали из отлова. Вот. Мы не знаем, как она туда попала. Затем она оказалась в Дари Добро. И потом уже попала к нам. И сейчас ищет самых добрых, любящих хозяев. Самое настоящее предновогоднее или рождественское чудо мандаринка ищет лучших хозяев на свете. Если вы хотите познакомиться с этой красавицей, лично звоните 416-530. Ольга Бакина, Дмитрий Бритвин и мандаринка. Информационный канал «Город». За четвергом всегда приходит пятница, а значит, выходные совсем близко. Это обязательно влияет на настроение кировчан. Что хорошего в преддверии последнего рабочего дня случилось с нашими горожанами, сегодня узнавал Антон Данченко. Какая-нибудь ваша личная хорошая новость? Что у вас сегодня хорошего случилось? Хорошее будет завтра. Завтра собираюсь на рыбалку. Надеюсь, поймать хорошо. А сегодня пока так. Купил мормышки, купил насадку. А где червей копать? Червей зимой не копают, рыбачат на мотыля. Вчера хорошо произошло. У меня был последний заказ. Пока я ожидал заказ, пока его готовили, меня напоили чаем там. И покушал. И все? Сегодня пока не больше ничего хорошего не было. А жизнь хороша. Жизнь хороша? Да. День рождения. У вас день рождения? У меня внука. Захарик, я тебя поздравляю с днем рождения. Счастья тебе, здоровья. Мой хороший. У меня сегодня внук получил 5 по математике. Он очень талантливый, способный. Вот я радуюсь иду. Лекарство купила. Все, теперь будете самой здоровой. Ой, вряд ли. По глазам вижу, будете самой здоровой. Нет. Я по сестре гадалка. Ой, ребят, шутники вы. Ну, отличное настроение, погода. Не сказать, что супер, но более-менее. Машину купил на неделе. Все, тебе официальный водитель. А сейчас тогда почему не на машине? Надо на учет ставить. Понтово как-то будешь ездить или... Нет, обычным стилем. Внизу вот так. Муж с утра кофе приготовил в постель. Романтика. Да. Это здорово. Мужу тогда... А как мужа зовут? Николай. Николаю. Привет.
Завершает наш выпуск прогноз погоды на пятницу, 27 ноября. С ним нас сегодня познакомит очаровательный Жюльен. Всем привет, я Жюльен, и я расскажу о погоде на пятницу, 27 ноября. Днем пасмурно и небольшой снег. Температура воздуха минус 6 градусов. Ветер подует с юго-востока 3 метра в секунду. Ночью пасмурно и без осадков. Температура воздуха минус 6 градусов. Хорошего вам дня. Увидимся. Пока. Таким был этот четверг, 26 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 473302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии была Ксения Зиновьева. Увидимся в городе.